Компания в открытом море, корпус корабля намагничивается и повышается уровень электромагнитного поля. Это плохо влияет на здоровье экипажа, сбиваются с работы прибора, также могут притягиваться донные нивы корпуса специальным кабелем и понижает уровень электромагнитного поля. Такая процедура проводится один раз в год. Является довольно-таки быстроходным кораблем и развивает свою скорость до 100 км в час. Длина его крыльев превышает 5 метров. Для того, чтобы прокладывать кабель по дну морскому на глубине до 2000 метров. А также для того, чтобы ремонтировать придонное устройство. На борту этого судна помещается до 300 тонн кабеля. КИЛ-158 – это коллекторное судно, корабль инженерных линий. Он предназначен для установки и съема рейдового оборудования, доков и причалов на глубине моря. На борту этого судна находятся два подъемных крана грузоподъемностью 100 тонн и 120 тонн. Судно, аналогично этому, только норвежское, принимало участие в подъеме подводной лодки «Курск» со дна Баренцева моря. Судно СФП-183 – это судно физических полей. Это судно измеряет уровень электромагнитного поля на корпусе корабля. А наверху, на холме, в зелени, мы видим с вами полукруглое белое здание с крестом. Это памятник музея, который был построен за счет воинов-интернационалистов в честь 15 молодых ребят, севастопольцев, которые погибли на Афганской войне. Левее беседка «Ротонда» была построена в 50-е годы на Розе Ветров. Она со всех сторон обдувается ветром, поэтому не всегда прохладно. Судно под названием «Петр Градов» является судном экологического контроля. А вот небольшое серо-красное судно под названием «Истра» было построено в 1937 году. Это минные тральщики. Как правило, минные тральщики идут впереди больших боевых кораблей. Они исследуют дно на наличие донных мин. 064 – это малый противолодочный класс «Альбатрос», мы с вами такой уже видели. А я вас попрошу обратить внимание резко направо. Открылся вид на большой зеленый незастроенный холм, ныне это исторический бульвар. В годы Крымской войны здесь находился 4-й бастион. На нем круглое здание – это здание панорамы. Там представлена картина «Руко» – штурм Малахова кургана. Ну и здесь справа по борту мы с вами видим подводную лодку. Ей уже более 50 лет, сейчас она выполняет роль плавучей подзарядной станции. Мы с вами видим только треть лодки, две трети находятся под водой, на противоположной стороне торпедный отсек. Ну, другого причала стоит, можно сказать, подводное оружие. Это была единственная подводная лодка военно-морских сил Украины. Более 20 лет она простояла в заводе на ремонте, но система погружения у нее так и неисправна. Но наверху на холме мы с вами видим ряд белых зданий с серыми и красными крышами. Это бывшие лазаревские казармы. Они были построены еще по указу адмирала Лазарева. Очень серьезно пострадали во время Великой Отечественной войны и долгое время не реставрировались. В 2000-х годах, если можно так сказать, шефство над этими зданиями взял бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Был открыт филиал Московского государственного университета имени Ломоносова. Так вот, когда Крым был еще в составе Украины, это был единственный филиал МГУ на территории Украины. Красное судно под названием «Марс» – это спасательное судно, предназначено для того, чтобы ликвидировать пожары как на борту корабля, так и на борту. Ну а за плавучим домом той воды мы видим с вами ряд старых 3-4-этажных сооружений. Южной бухты, откуда мы с вами идем. Там еще 2000 лет назад древние греки добывали соль. Сейчас же там находится пересыпь, на которой расположились два вокзала, ЖД и автовокзалы. Ну а Севастопольский морской завод является ровесником нашего города. Ему так же, как и Севастополю, 232 года. То есть строительство начали еще в годы основания Севастополя. Ну
площадь его довольно-таки большая, около 10 тысяч квадратных метров. ВНЛ снабжается как надводным, так и подводным обеспечением. С развалом железнодорожный завод «Дорога», сейчас, к сожалению, только ремонтируют. Мы видим с вами несколько судов. Оренбург, это сухогруз, на них стоит Жуковский, это рыболовецкое судно. Они стоят в очереди на ремонт наш завод. Мы сюда приходили.